также принадлежит перу известного американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери в переводе с английского «Норика». Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине. Лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки. Они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь. Тьма тихо струится по жилам. Мерно, неслышно стучит в висках. Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец, один начинает мечом ворошить уголье в костре. «Перестань, глупец, ты нас выдашь!» «Что за важность?» — отвечает тот другой. «Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодищем, боже милостивый, сидел бы я лучше у себя в замке». «Мы ищем не сна, но смерти». «А чего ради?» «Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город». «Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним. Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой». «Слышишь?» Оба замерли. Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивали спины коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена. «Ох, и места же у нас!» — вздохнул второй. «Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу ночь. И уж тогда... тогда... Господи, ты только послушай. Говорят, у этого дракона из глаз огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе, и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются в рассыпную, и, обезумев, издыхают. Женщины рождают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усеяны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы? Хватит, надоело. Как не надоесть? Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе. 900-й от Рождества Христова. Нет, нет, зашептал другой и зажмурился. Здесь на равнине нет времени, только вечность. Я чувствую, вот выбежит назад, на дорогу, а там все не так. Города, как не бывало, жители еще и не родились. Камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен. Бревна не спилены в лесах. Не спрашивай, откуда я это знаю. Сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй. Спаси и помилуй. Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы. Что толку? Дракон приносится неведомо откуда, мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане. Мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии. Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся. По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес... пыли, что струится в часах, отмеряя бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за океан. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск. Кровь мутилась и густела и медленно оседала в мозгу.
Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих смятенных душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой, и тут не было места человеку, и не было ни дня, ни часа. Время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной леденящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень, и снова все стихло. И в холодной тьме, в бездыханной тиши, только и осталось живого тепла, что эти двое. «Вот!» – прошептал первый. «Вот оно!» Вдалеке за много миль оглушительно загремело, заревело, мчался дракон. В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипение. Дракон стремительно надвигался ближе, ближе. Над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи. Возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь в долину, и скрылось. «Скорее!» Они пришпорили коней и поскакали к ближайшей лощине. «Он пройдет здесь!» Поспешно закрыли коням глаза шпорами, руками в железных перчатках подняли копья. «Боже правый!» «Да, будем уповать на Господа!» Миг, и дракон обогнул Косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них. На доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед. «Помилуй нас, Боже!» Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось, и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь за добрых 100 футов. И они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим алым багровым пламенем в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма. «Видал?» — воскликнул кто-то. «Все в точности, как я тебе говорил». «То же самое, точь в точь. Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза, вы его сшибли. Ты остановишься?» «Уже пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет! Что-то тут нечисто!» «Но ведь кого-то мы сбили!» «Я свистел вовсю, малый мог бы посторониться, а он не сдвинулся!» Вихрем разорвало пелену тумана. «Сток ли прибудем вовремя? Подбрось-ка угля, Фред!» Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся. Исчез безвозвратно в холодной долине на севере. Остались лишь черный дым и пар. И еще долго таяли в оцепенелом воздухе. Ein Schnurrspann und Stift, wo er was sie nahte.